металлоискатель Moly Impulse Pro. Покажем, что это за штука. Лопата. То есть, такую лопату он будет брать где-то 2,5 метра 3. Дальше. Прибор может как чувствовать мелочь вблизи, смотря на каком расстоянии водим. То есть сантиметров 20-30 не видит мелочи, виден, да? Но можно водить и впритык с катушкой. Здесь он будет слышать ее. Но мы можем ее практически отсеять с помощью сигнал, менюшка, закручиваем с 8 до 10. Обнуляем кнопкой балансом грунта 3 секунды. Берем вот этот гвоздь. Все, уже сигнала нету, видите, впритык. Ну а тогда меньше глубина. То есть как бы, оно для такого предмета как бы... Видите? Уже над головой вперед. То есть мы потеряли как минимум сантиметров 70-80 глубины на таком предмете. Тогда отсеем мелочь. Советую, что все равно ж вводим катушкой выше. Нету смысла отсеять. Поэтому сигнал закручиваем медленно-медленно, поджимаем к семерочке. Можно еще больше глубину, но нам в семерке достаточно. Нормально отсеем мелочи идет. Раз, два, три. Чувствует даже камера. Все, вот это порипывание, если идет, чуть-чуть надо убавить и снова отстроить. Дальше у нас там есть закапан на кусок пластинки 20 на 5 сантиметров титан. Берем, сейчас мы отстроим прибор. Чтобы отстроить прибор самостоятельно, не очень-то легко, но мы это сделаем. Держим на высоте 30 сантиметров. Зажимаем кнопку, получается Fast Zero. Держим 3 секунды, ну вроде прошло. Отпускаем. Берем прибор. Вот смотрите, вот здесь есть разные предметы. Отвертка. Вожу на 30-40 сантиметров. Мелочь сейчас мы не отсеиваем. Видит. Дальше идем. Вот здесь закапана пластинка. Вы сами понимаете, 20 сантиметров на 5, это не так уж глубоко. Посмотрите, насколько чувствует. То есть закладуху монет будет чувствовать сантиметров, получается, небольшую, там, 70-80 на глубине спокойно. Смотрите, какая высота. Попробуем выше поднять, но мне уже блок будет мешать просто. Там сантиметров 40-50 снаружи. Уже метр. Теперь смотрим сюда. Так не получится. Сейчас мы... Возле металла сигналы идут, понятно. Лопата 25, сверху 10-35, 40 сантиметров в метр. Вот она. Все, прибор спокоен. Вот такая пластинка. Берем еще раз, делаем тест. Отстраиваю прибор. Подальше надо отнести. Раз, два, три. Но задача, чтобы не было металлов вблизи. Берем пластинку. Метр 50. Видим, да? Вот такая пластинка титана. Пробуем над головой там пройтись. Но уже сигнала нет. То есть... Где-то полутора метра
Есть сигнал. Могу строить еще больше, но нету смысла. Оставляем пластинку. Проходим. Сигнала нет, понятно, да? Вот, в принципе, и все. Также по этих предметах. Бросаем. Ничего нет. Вот такая зараза. Если кто видел прибор, который лопату берет на 3 метра, и пластинку такую на метр, еще не на максимальных характеристиках, я думаю, понимает, что это за штука. Вот вам болгарский молый импульс. Характеристики смотрим. Сразу говорю, не оптимальные. Мы можем убавлять, получается, нойз, еще дальше будет еще больше глубина. Что правда, тогда улучшается чувствительность на мелочь. По монетках искать. Ну что ж, пробовали катушку 50 сантиметров. Как бы не очень подходящая, надо было меньше взять. Но бьет нормально монету 45 сантиметров. То есть как бы... Но импульсник все-таки не тот вариант, который нужен для поиска монет. А вот для кладов, пожалуй, самый оптимальный вариант. Всем спасибо за внимание.